я осталась очень сильно довольна. Мне даже понравилось. Я собираюсь прийти на следующий год обязательно на какой-то любой предмет. Не то ли на химию или на биологию, даже на математику можно продолжить. Я как бы остаюсь довольной и всеми преподавателями. Я хожу и на математику, и на биологию, и на том занятии, и на этом занятии меня все устраивает. Ну, очень легкое общение с преподавателями. И всегда объяснят, если что, и помогут. Ну, как бы очень нравится. Ну, по математике у меня преподает Ксения Владимировна. С самого начала года я к ней хожу. И я очень сильно рада, что именно она мне попалась как преподаватель. Потому что очень добрая и очень понятно и внятно объясняет. А по биологии у меня Иван Николаевич. И к нему я уже ходить начала только в феврале где-то. Но за этот промежуток времени я получила тоже очень много каких-то дополнительных сведений. Он очень интересный как сам человек и как преподаватель тоже. Ну, я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они как-никак подготовили меня к этим экзаменам. И что я сейчас чувствую себя уверенно. Они бегают там по везде и такая, я не сдам, напишу на два. Как бы я себя чувствую уже уверенной и готова сдавать экзамены. Спасибо им очень огромное за это.